Жительница Самары Людмила Филатова занимается танцами со школьной скамьи. Сейчас выступает в коллективе «Ретро-стиль» вместе с коллегами из Дворца ветеранов. Говорит, что выступает регулярно и каждый их номер уникальный. Так, на открытии праздничной программы «В сердце молодость поет» они подготовили танцевальный номер под названием «Супербабушки». Он как бы возрастной, в то же время бабушки не позволяют относиться к себе как к возрастной публике. Мы стараемся подать себя живо и весело. Праздничный концерт «В сердце молодость поет» приурочен к двум важным событиям – открытию 24-го творческого сезона Самарского дворца ветеранов и Международному дню пожилых людей. В рамках программы зрители смогли увидеть театральные, музыкальные и хореографические номера различных коллективов. Любые фестивали, любые концерты – это всегда полезно для общества, для людей, а особенно для наших ветеранов. Оно вообще объединяет людей, считаю, поколения. От детского хора до хора ветеранов, они все вместе. Ветераны передают свое как-то жизненный опыт. Во Дворце ветеранов и его филиалах функционируют 32 художественных коллектива. Каждый год они радуют жителей и гостей города своими номерами. Артисты также активно гастролируют по другим городам и странам. Цель любой нашей встречи одна – быть вместе, видеть приятные лица, приятные поводы, приятные события объединяются. И, конечно, главный посыл такой. Мы приглашаем всех присоединиться к деятельности Самарского дворца ветеранов, влиться в наши творческие коллективы, стать участниками наших концертов, фестивалей, выставок, мастер-классов, других форм и форматов. То есть мы работаем для пожилых жителей нашего города. На сцене также прошло награждение сотрудников Дворца ветеранов, которые внесли вклад в развитие города и региона. Августина Охременко, Игорь Казановский. События.